Сегодня в России празднуется День молодежи. Нынешнее поколение – это будущее нашей страны. Мы решили узнать у молодых людей, как они собираются отмечать этот день. Погулять пойду, наверное, куда-нибудь. Может быть, дома останусь. Не знаю, еще не планировал. Весело. Здесь. Танцевать и влюбляться. Ну, я даже не знаю. Я схожу на площадь Ленина, отпраздную. Выпью кружку чая. Ой, не знаю, я вообще на море уезжаю, буду там все праздновать. Никак. Почему? Ну, дети. Как бы нет возможности вырваться лишний раз куда-то. Пойду на площадь с молодежью, с флагами. Погода хорошая, можно выезд сделать на шашлычке с палаточками на пару деньков. Как я буду праздновать День молодежи, я буду выступать на площади с мимикой. В этот чудесный День молодежи я буду выступать на площади Ленина с номером из пантомимы вместе со своими соратниками со специальности актерское искусство. Ну, этот День молодежи мы проведем на площади, как обычно, в своей уютной компании актерской, и будем выступать, показывать акробатические номера и пантомиму.